Еще в конце 1921 года, когда советское государство залечивало тяжелые раны гражданской войны, великий Ленин в беседе с инженерами, изобретателями говорил: «Пусть вас не огорчает, что некоторые товарищи не верят в замечательное будущее космонавтики. А я вот верю, глубоко и твердо верю, пойдет 20, 30 лет, а может и все 50.